В столичном микрорайоне Уркер продолжают укреплять дамбы. Круглосуточно работает техника. Завезли порядка 80 самосвалов грунта. Зимой из этого населенного пункта вывезли 350 тысяч кубометров снега. Но это не гарантирует, что паводок пройдет спокойно. Каждый год реки Есиль и Нура разливаются, и вода подтапливает дома. В зоне риска находятся порядка 10 жилых построек. Под угрозой подтопления оказался и дом пенсионерки Сони Козбаевой. Засыпки делали. Теперь вот мешками песок выложила в этом году, потому что снег много выпал, поэтому вперед уже мне помогает, чтобы мой дом не затопился. В самом Уркере закреплен у нас инспектор от Акимата, он все время находится здесь. Я сам на связи всегда с жителями. В принципе, при обращении мы оперативно всегда стараемся снимать эти вопросы. Как возможность появилась, погодные условия позволили, мы укрепили половину дамбы. До конца месяца мы уже, наверное, закончим полностью укрепление этой дамбы. Я думаю, в этом году паводков, проблем с паводками в этом именно секторе не будет.